Приветствую вас, дорогие друзья, на своем канале Купаспи 163. Продолжаем мы выходить в игру. Играем за дом Юлиев. Напомню, рестарт компании я произвел. И записываю пока что коротенькими такими сериями. Потому что, ну, более... По крайней мере, стримы на Ютубе пока не идут. Итак, в прошлой серии осадились и Кесту, в общем, даже не сделали мы ни одного кода. Только начал я, скажем так, кампанию. И давайте сегодня будем штурмовать Кесту. Может, конечно, и осады взять, но мы возьмем их штурм. Выполняй задание Сената. Так, размещаем наши войска. Ну, как всегда, я с двух-трех направлений обычно действую. Первые пускай пойдут здесь, вот, ребята. Второе направление пойдем отсюда. У нас, кстати, еще 63 реалиев. Ну, на раннем этапе, кто не знает, элитный. Пехота. Рима. Так, валяли чуть-чуть на сторонку, ну и потом, наверное, третий. Сказать, путь дадим. Третий направление. Так, давайте сюда вот, так сказать. На кольцевую дорогу Сигесты. Так, а этот отряд, эта группа у нас пойдет здесь. Группа, либо еще можно назвать штурмовый колонн, как хотите. Так, генерал пойдет сюда. В принципе, повстанцев меньше, чем у меня войск. Их тут всего два отряда. Ну, крестьяне это все равно с собой, крестьян, я помню, как называть это пехота. Боевая группа, вот, да. Наконец-то я вспомню, точнее, мне напомню, как все это дело называется. Боремся. Так, наши лучники достают. Но противник идет, конечно же, в атаку. Понесли мы первые потери. Будет одна из многих потерь. Уже двое погибло. А здесь противник пока не наступает. Мы можем подойти чуть поближе. Не, вообще, давайте генерал хоть. Так, это у них уже пошла боевая группа. Но они пошли на наши триари. Несем обоюдные потери. Ладно, пока на боевая группа дерется, давайте. Лучники пока молчать. Так, давай сюда. Надо спасать три.
Вражеский полководец. Добить. Такой очень нежелательно. Усиливайте давление, чтобы сломить мужество всей армии. Ой, блин, я всех собрал. Я нечаянно видел всех. Слава великим богам! Вражеский полководец убит. Это он просто так был убит. Ужас поселится в сердцах наших врагов. Враги показали, чего они стоят на... Да, все, добили. Им будет потрясен этой победой. Этот день принадлежит... Так, наша первая победа в рестарте за июле. 31 человека мы потеряли. Противник потерял 240. Если мы взяли, выполнили антинат, но я не буду сейчас уничтожать, просто возьмем пока что. 5000 динариев нам за это упало, припало. Сережа, что это за? Так, и... Завершим ход. Галия нам сложит, предлагает торговые привилегии. Конечно, информация по карте спросить, если дадут. Нет, слушайте, ребят. Не-не-не, деньги мне самому нужны. Хоть у меня есть деньги на то, чтобы вашу карту открыть, но не хочу я. Так, ага. Следующий нам предлагается взять медиаваний. В итоге периода 3884. Я хотел, кстати, такую ротацию здесь произвести, где у нас вот этот вот пойдет. Боремин. Не надо, этот. Больше нет, господин. У нас. Полководец! Вперед! Войсками командовать. Блин, у нас кавалерий пока что нету. Полководец! Так, а здесь. А, здесь же надо сначала, да, вот. Все, сейчас будем готовить армию на медиалане. Завершаем ход. Ой-ой-ой, дипломат, ты куда? Да уже не надо. Дипломат, как всегда, я забываю. Чем могу служить? Ухожу из армии. Так, корец. Сейчас. Да ты. Вот еще надо наймем. Так, есть он наместника готов. Давайте. В первую очередь все же здесь. Елена Чистакова построим. Минус 143 у нас. Господин! Динария. Так, все, давайте сейчас. Господин! Формируем. Господин! Войска сюда. Господин! Уходим! Объединяем войска! Полководец! Император! Хватает хода. Ходов больше нет, господин! Приказы! Вперед! Приказы! Итак, там, в принципе, три отряда у них. Ищу улики. Так, ну что же, на этом я буду серию завершать. Три региона под контролем, одно сражение выиграно, ноль проигранных. В Сенате у нас пока что 20% всего лояльности среди народа. Понятно, что для популярности нам еще далеко. Ой, тогда вот живые фракции по общему балансу. Где-то тут я. Военный силим тоже мы не самые такие сильные. По производству. Вот тут десятку находим.
Ну, по территории мы, получается, на третьем месте. Финансы у нас тоже. Раз, два, три. Или пять, шесть. Седьмое место. По населению мы тут. Ну, где-то вот тут, наверное. Естественно, что все как-то еще живые. Ну что ж, на этом я сохраняюсь. На этом всем большое спасибо за просмотр. Всем, кому видео понравилось, ставь лайков, тут, по-моему, нету. Подписывайтесь на канал. Всем пока.